материальный мир – это единственное место, где душа способна самореализоваться. Обретшая физическую оболочку душа должна путем испытаний развиться и с достигнутыми результатами вернуться к Творцу. В 156-м аяте суры Багара Коран гласит от имени человека: «Воистину мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся». Личностное совершенствование человека, точнее этапы, которые он должен пройти, неизбежны. Человек может изменить свое состояние, но изменить путь, который проходит через мирскую жизнь, барзах, судный день и заканчивается либо в раю, либо в аду, он не в силах. Человек пишет свою судьбу, но ответ перед Богом, наказание или вознаграждение неизбежно. Общественная жизнь ислама тоже исходит из этого принципа. Человечество может ускорить или замедлить свое развитие, но ни в коем случае не в состоянии это развитие отменить.